Всем привет, уважаемые! С вами любопытный геймер и... Ням-ням-ням. И ням. Да. Пойдем, ням. Каждый раз все по-новому. Привет, други. Привет, други, да. А, кстати, здесь вот... А, блин, здесь опять вот эти вот ублюдки. Слушай, а чё они какие плотные, я не понял. Воу. Ты там, случайно, не перекачался сильно? Я не знаю, но что-то они какие-то плотные вообще. Носи. А, что-то не бодаются. Ну ладно, сейчас мы это... Я стреляю, я кидаю. Все, вроде всех поубивал. Не, они сейчас разделяются, уже забыл. Да, уже забыл. Ну все вроде. На этот раз точно все. Бабляшки, идите ко мне, бабляшки, так. Ой, ты так странно ходишь, как обкатанный. Ты думаешь, ты по-другому ходишь? Ну я-то ездил так. Че это за... Гриб? Она не дохнет, походу. Не стреляй в нее сейчас. Я в курсе. Она замораживает, по-моему, если пальнуть в нее первый раз, вот после того, как она надуется. Надо было, когда враги там пробежали, надо было жах, так, и они такие. Кстати, да. Прикольно. Слушай, а наверное поэтому на них, наверное, этот огонь хреново работает. А электричество на них тоже не очень хорошо работает. Механика, я этим снайперкой механической хорошо урон наношу. Да, блин, было бы у меня еще механическое. Нет, то есть у меня есть снайперка, но я с контроллера просто не смогу, наверное, стрелять. Хотя давайте попробуем. А там автоприцел уже немножко идет, то есть тебе рядом. Сейчас, погоди. Навестись будет. Че, возьму эту шнягу. Вообще, дело привычки, как бы. Я не сразу привык, но привык. К нам горшку идти, да? А, да, нам надо отдать, блин, котомку. Горшку пописать мы пошли. На-на-на-на-на. Блин, а... Черт, я забыл. А, все правильно, все, вспомнил. Я забыл, как бегать. Ну давай, ты будешь отдавать. Да, у меня сейчас... Я пока у него в хате порвусь. Подышать надо. Он тут опять добра накопил, поэтому я сейчас все быстро жахну. Ящички. Ящички-то. Ящички. Ты там придержи его пока, я уже все разобрал тут. Овчонок. It's an idiot. I look nothing like him. Do you think that means there's really a billabong somewhere out there too? A giant empty billabong with bright purple light sitting out of it with the deafening silent prayers of an ancient people ringing out from the depths of it? Thanks for the help, guys. Warning, oxygen levels at half. One day I'll take another gander at that thing. Так, ну все, получаем награду там. Награда. Че-то тухло как-то. 15 баксов, засунь себе их в попу. Блин, отстой-то. Вот отстой. Иди нахрен, ублюдок. Он нас нагрел. Конечно, нагрел, так. Мы бегали, как эти проклятые там. А, черт. Упс. Help me, please! Погоди, не могу. Хотя нет, просто не хочу. No. Ну и ладно. Я настолько крут, что я сам справлюсь. Да на уже, помощничку. Давайте, идите убивайте этих всех уродов. Чего не так? Ну какого? Чем там недоволен? Да лезут вечно, я только расслабился собрать всякие штучки, которые повыпадывали. Я думаю, хера. Пойдем уже. Снапа есть, но она слабая тут совсем. Так, значит, нам найти источник сигнала. Это у нас что значит? Так, ну все правильно. На базу, в которую мы прорывались в прошлый раз, и потом свернули там входы, помнишь? Не помнишь, наверное, да? Конечно, не помню. Ну и похрен.
смысле, не на тебя, а на твою дырявую память. У тебя, наверное, же эти жесткие диски посыпались там нахрен. У меня Western Digital грины, они всегда сыпятся. Ну так. Вот, блин. Беда с вами. Черт. Понаустанавливайте себе паленого железа какого-то, а потом еще жалуетесь. У меня кончилась память оперативная. Угу. Не, зато знаешь, как классно каждый день проживать как новый. Управляемый склероз? Конечно, круто. Два раза смотрел матрицу образ, как, ну, как в первый раз, да? Столько классных фильмов можно заново. Да. Вау! Так. Слышь-ка, давай-ка вот на этих налет сделаем сейчас прям вообще. Гэнг-бэнг, давай. Ой, хэндшот. Ой, хэндшот. Ой, сбоку еще ползут. Букашечки. Ой-ой-ой, хэндшот. Ой, там взлетел кто-то ништячник. Полетел. Тихонько. Эй, я не понял, блин. Открылась эта херовина, и ничего не оттуда не выпало. Ну что такое? Вообще не... Где он? Да, тут вот есть что-то. Ну я тебе воздуху прихапнул. Кому ты там помог без Мейпл? Без меня. Так, ну что тут? Давай штурмуем. А сейчас эти пушки, наверное, откроются, да? А, нет, мы их уже снесли. Да, наверное. Они, наверное, не респаунятся второй раз, да? Тут и... Ну и ок. Так, что-то у нас станция связи. А. Во-во-во. О май гаш. Столько всяких штуковин выпало. Чё за нахрен? Какой-то он... В голову стреляй. Сейчас мы этих бесов сланга обойдем. Ах ты. Хэндшот. А, почти. Окей. На этот раз не пробил. Ай-яй-яй-яй-яй. Кокошенция, получи. Все, его грохнул. Есть контакт. Да что ж такое? Так, ну-ка, гранату вам. Так, ты пока воюй, а у меня тут ящик. Вот жопушник, а. Ящики — это чудо в игре. Реально, ну если не было бы ящиков, ну все, игра вообще не крутая. Поинк. Лохи. Жестоко не вообще. Блин, вот это я не вовремя сделал. Ой, я какую-то хрень сделал. Так. О, у меня оружие. Ау. Ау. Лёгкий снайпер. Твою, блин, в пень. И... Да, блин, зараза. Эй. Все надо делать самому, если хочешь сделать нормально. Ну что за люди? Мы вдвоем играем или нет? Человеки беспонтовые. Отошел на 5 минут. Где-то какие-то эти банки с грэм дебильные. Почистите все. Что за люди, а? Ужас такой. У меня тут... Воу-в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 оу. Это было очень круто, однако. Какого? Сейчас вот этого здорового надо грохнуть. Начинай. Да стреляй уже, по-моему. Так я ещё ему щиты снял. Давай, доделывай. Воу-воу-воу-воу-воу. На тебе гранату, какашка, на. На еще. Что он крутой, однако, крутой. Но мы-то круче, да? Охотники за привидениями. Все-таки вареные яйца, а он просто крутой. Блин, у меня гранаты кончились, что хрен. У меня тоже. Я все гранаты не принял. Воу-воу-воу. Че, братюня? Так че, гранату ему под ноги бросил? Че не так? Да нет, я... То, что он разбежался нагло.
Эй, хэндшот, нашел у него уязвимое место. Гошку спрятал. Удивительно, да? Да, действительно. Козлина. Умирай. Есть. Фуф. Это было изи-шмизи. Так. Ко мне, кстати, голос потихоньку возвращается. Я в последнее время проблемы с ним имел. Там записи не так активно были. Знаешь, после... Когда уже переболеешь, и потом это, кашель такой противный с першением в горле. Бывает. Вот у меня достаточно долго он был. Ну, пушки тебе не надо? Пушки, я кое-какие пушки там нашел, надо выложить будет, посмотреть тебе. Там какая-то снайперка, она вроде как, ну, типа слабый урон, но она такая. Прикольненькая, короче, я ее взял. Может, сам побегаю, да. Так, вот, сейчас я их выкину. Как у меня есть? Выбросить. Я не понял, где моя снайперка в натуре. Ладно, вот, я скидываю. О. Это автомат какой-то, но это фигня. Неплохой какой-то, нет? Блин, у меня только две ячейки под оружие. Ну, вот это вообще не круто. Ну, откроются потом. Так я-то думал, что я сейчас взял для тебя оружие. Смотри, а какой прикольный байк. Сейчас 5 секунд в пистолетике погляжу. А можно на таком полетать, а? Такой прикольный. Летающий байк? Да, смотри. А, кстати, Back to Future, да? И этот... Как его, господи? Макфлай же недавно в будущее прилетел. По фильму. Ага. 20-го, по-моему, или 21-го. 21-го. Всех уже задолбали с этим приколом. Ну, я на самом деле не фанат, я реально... Вообще не в теме, но реально в новостях всех уже задолбали. Даже я, короче, который чувак, который не это, не бум-бум, короче, в этой части. Ну, то есть я его толком даже не смотрел, если честно. Вот. Реально достали. И даже дошли даже до Яндексов. Машину потом продали. Да, да, да. А вот, кстати, ящик еще. Наверное, с оружием. А, щиты. Что там, какие-то щиты интересные? Ну, посмотри, вот правый. Может, подойдет тебе. Так, давай. 113 не слабенький. Да, а я возьму. Вот. Это больше, чем у меня. А вот свинцовый щит почему не взял, 172. А у него, по-моему, очень медленная перезарядка. Скорость зарядки 21. Задержка зарядки 4,91. Ну, он, во всяком случае, мощнее моего во всем был. Еще, если тебе не нужно будет, я возьму так. А, у меня электрическая волна там еще какая-то. Блин, задержка большая очень. Ну ладно, поставим. Поставил себе? Да. Окей, так. О, это моя тема, отойди. Ну ладно, забирай. О, денежки. Я не знаю, для чего они мне, но... Распихал он их в кармане, где и рубь не ночевал. Так, блин, так хочется эти ящики тоже бахнуть. Псих. Пойдем. Там вон народ уже попёр. Ничего больше нету? Воу, зачем ты меня позвал туда? Там все противные дяди. Один отлетался. Ей, хэндшот. Чётко попал. Так. Ей, хэндшот. В бошку, бошку. Один раз четко попадешь и все. Что ты думаешь, ты их что ли убиваешь? Ну, меня записывают мощно. Видишь, я еще одного убью сейчас. Ну то есть надпись появляется. Вот эта заморозка, это у тебя такая? Я попал в бочку просто. Прикольно, они такие как это, как желе. Ну да. А они, кстати, понимаю, урон, уже умерли, они ведь и урон повышенный получают при этом. Да хорош уже с этим уровнем кислорода, знаю я. Вот и все. Не, ну дайте денег, дайте что-нибудь интересное. Да иди ты в пень. Кислород нужен. Денег. Хочу пить кислород, так. Жадная жестянка. Че, тебе больно там сделали? Я клептоман. Вот, видишь, мощно опять прописали. О, мощно еще раз бахнул.
У меня снайперка там 400 с копейками наносит, по-моему. Вот я, если в кошку попадаю, то сразу убивает. Блин. Ты его грохнул. Долго, конечно, выцеливать, но если попал, то попал. Господи, твоя хреновина налетает, я на нее все равно агрюсь все время. Опа. Что-то мне не нравится. Пошли домой, а? О, видел? Это граната рванула, которая бросилась. О, видишь, как рвет? Fucking hell. А вот с этого я щиты сейчас быстро очень собью. Он с меня тоже быстро щиты, походу, собьет. О, да, детка. Ну опять, а. Что значит опять? Это не опять, а снова. Как мне это нудятина надоело, а? Блин. Блин, не даешь ты мне ничего делать, а? Это ты мне ничего делать не даешь. Своей этой дебильной ультой. Не чешешь ты ничего в рок-н-ролле крутом. Так. Какой-то нахрен рок-н-ролл? Это шляпа какая-то. В безбашенном рок-н-ролле крутом так. Опять? Ну что за человеки, а? Ну блин, только к ящикам подошел. Ты не ящики собирай, ты убивай босса. Не, на самом деле я выживал, старался. Ящики он собирает. Стреляй, стреляй, стреляй по нему! Тетя мать, он мне сбил все. Чтоб ты помер, банана. Все, я тоже умер. Ну, мы, в принципе, недалеко здесь. Да, я его почти сейчас убил. Давай, детка, давай, давай! Ну же, ну же, ну же! Патроны кончились! Нет! Нет! Стреляй! Че, не успел? Один выстрел, твою мать, у меня везде патроны закончились. Один выстрел. Короче, клэп негодует. Джек говно. Могли мне нормальный запас вооружения дать. Ну что за люди, блин. Тьфу, мерзопакостные засранцы. Ты хотел встроенные в руки пушки, да? Конечно, как у терминатора. Чем я хуже терминатора? Я не терминатор. Понимаю. Чермантер. Меньше разве что, но я же терминатор тоже. Ты его убил, да? Да. Один выстрел оставался ему. Да. Ах, печалька, блин. Реально, достаю пистолет его, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Один патрон остается, переключаясь на снайперку, и у меня уже чуть-чуть жизни. И херак, она перезаряжается. Это вообще не круто. Ну ладно, так. 23. Да, с патронами тут, конечно... Тяжеловато, так, а ну-ка вот это. Выбросить нахрен. Смотри, какая бандура. Блин, а почему я не могу выбросить эту хрень? А, на бар это похоже, так. Это тоже у тебя снайперка там получилась? Да, да. Огненная. Блин, почему у меня вся обычная, а у тебя огненные, электрические? Не знаю, ну я, кстати, а может это, кстати, шанс дропа, да нет, вряд ли шанс дропа зависит от навыков. Я там стихийный урон качаю, я его очень люблю еще с прошлой части, поэтому я себе... Я тоже, между прочим, прокачиваю. Так, а чё? А можно, кстати, купить, давай купим всякой фигни. У меня, кстати, его полностью... Мне... Да, где гранаты? Я же набираю постоянно. Так, блин, а когда-нибудь здесь... в этих вонючих магазинах будут нормальные пушки? Ну что за нафиг? А вот смотри, какая-то синяя вроде нормальная, нет? А как называется? А, слушай, вот это бластер, вот эту штуку я хочу взять. А как называется? Лихорадочный улучшенный бластер, который по распродаже сейчас идет. Я на него все деньги сейчас спущу. Ну, а я купить? А, смотри, я тебе лучше снайперку отдам, потому что я ими плохо пользуюсь. Ладно, давай попробую. Она вроде с неплохим таким уроном. Попробую сейчас. Так. 45. Так, у меня Якобс 83 получается. Ну-ка.
Блин, вот обидно, а? Тем более обидно. Класс, смотри. Ну, понятно, бластер. Слушай, Star Wars прямо. Да вообще, слушай, вот я ради этого, наверное, в эту игру играю. Тут же бластеры появились. Соответственно, я себе владение... Ну, неплохая этой... снайперка, единственное, что у нее урон в два раза ниже. Та, которую я подобрал, но, оказывается, не подобрал, это, конечно, обидно было. Она примерно такая же навороченная была, только там урон еще был хороший. Так, мне надо еще что-то... О, сколько тут всего. Блин, конечно, хреново. Два оружия основных одного и того же типа, патроны быстро будут уходить очень. Да, я пистолет оставил. Хотя снайперку хотел, может. А у меня... Я из-за этого, из-за стихийного урона, потому что один у меня электрический, другой огненный. То есть, чтобы щиты сбивать и чтобы урон наносить. Да ладно, заливать. Просто же жадный до усрачки. Хочешь и то, и то. Клэп тебя раскусил. Слушай, так. Я бы, знаешь, из двух рук пострелял. Воу-воу! Какая тварь мне ящики помешала разбирать? Окей. Блин, это босс, что ли? Да, типа. Что это за консервы в виде члена? Рэдбелли. А, ну краснопузик это. Краснопузик? У меня ассоциации дурацкие. Это вовсе не краснопузик, короче. Так. Воу, ну краснопузик лупит ним неплохо так. О, он сливается вообще. О да, сейчас будет сливаться у нас дважды. Ох, уже слился. Блин, вот это я ему заряжаю. Я попасть не могу с этой хреновиной никуда вообще. А краснопузик у нас без пузика остался. Черт. Воу, воу. Нет, осталось. Он варит, кстати. Ой-ой-ой, пойду отсюда. О, черт. Хрена себе. Ай-яй-яй, он от меня загорается там. Это не от тебя. Просто я у бластера. Я тоже стреляю, смотрю, он загорелся, все. Так, а у тебя же это снайперка-то огненная. Да, да, да. Конечно, она этим. С огнем. Он, кстати, уязвим, по-моему, к огню. Вот то. Я заметил уже. О, тут еще один мелкий. Я все его оприходовали. Там еще несколько летает. Тема. Все. Лунные камни. Вон, вон сверху летает аккуратнее. Блин, все снизу. Лунные камни спущу. На этот, на бластера. Снизу еще один был. Че это такое пикает? Пистолетик какой-то. Бомба тут какая-то, короче. Ой. А, оу, ты живой? А, зарядил. Прикольно. Вот пистолет. Вот сверху летает. Где? Там никто не летает. Где? Да блин. Вон сверху. Над головой у тебя. А. Слушай, он мне реально вот напоминает головастика какого-то из порнуги. Ну, Бордер, готов. Такие мысли у меня. Ой, осыпется сколько всякого интересного. Пистолет. Так, блин, я камняшку какую-то подбирал. Пистолет не нужен тебе там? Оу, какого? Так, где-то здесь. А, вот. Так. А, что тут у нас? 29. А это. Так, ну пока ты там ищешь, я лутаю ящик с оружием. Так, а как узнать, где бластер, а где нет? Я тоже хочу попробовать. Так, перезвать. А он так и называется, бластер. Угу, окей. Так, это фигня, мрачный боец. Ну-ка, давай-ка попробуем мрачного бойца. Чё, боец мрачный. У тебя есть бластер какой-то, что ли? Что ты говоришь? У тебя бластер, что ли, какой-то есть? Не-не-не. Просто искать буду теперь, сейчас посмотрю. Давай я тебе электро дам. Электрическую? Она какая? Она снайперка или нет, что? Бластер электрический, вот который я с прошлого босса получил. Он тоже разве бластер? Да. Ну, давай. Ну мне, потому что не комильфо, а сразу две пушки из одного и того же этого, ну, с одним и тем же типом патронов. Блин, не то я сделал. Я понял, у тебя получается X2 тратится. Да, вот бери, я здесь.
Сейчас, 5 секунд. Тут ящики. Я не могу, они меня манят как раз. А здесь есть этот, как его, ну, короче, торт-то твой, который ты любишь сейф, короче, ломать. Сейф! Вот, а себе я поставлю. А что бы мне поставить? Или там реально сейф? О, да, сейф. Дробовик, что ли, поставить? Чпоньк. Ну вот, лежит. О, неплохо, в принципе. 27. Пистолеты неплохие. Ты взял? Да, я ее взял. Сейчас я. Блин, я уж это думал, что пропал. Ну, попробуй. Он имеет не сильный урон, но он очень быстро снимает щиты. Прям вообще махом. Слушай, ну не прикольная связочка. Я сейчас щиты буду снимать, а потом огненные хреновины этой джаз. Да. Ты будешь щиты снимать, а я буду огненные хреновины жечь. О, тут, кстати... Так у меня тоже огненная есть, так. Что, где? Тоже хочу. Бери, тут снайперка очень крутая. Якобс, как ты любишь, короче. Синяя. Сколько урон? 105, ни хрена себе, это круче, чем моя. Почему я тебе ее оставил? Так, это круче. А у меня 83, кстати. Зато я себе пулемет какой-то надыбал, по-моему. 83. А ты снайперку не хочешь забрать, так? Он, знаешь, как называется? Жуткий тра-та-та. А выглядит вот так вот. Зацени. Слушай, ну он красивый, конечно. У меня ощущение, знаешь, сразу пушка из спрея. Игру помнишь, спрей? А, спрей? Который все разрабатывали. А, и бросит. Блин, у него точность, конечно, пипец. По роликам она была очень даже неплоха. Спрей, имею в виду. Тут два ящика. Да похрен. Так, а нам надо на крышу. А, вон туда. А это что такое? Это для кого такие глазища, вообще не понял. Пойдем. Так, что за нахрен? Что происходит? Я не знаю, что происходит, это не я. Я ничего не делал. Ни я, ни я, совсем не я. А, это стреляет это. А дробовик тебе не надо? 16 на 7. Так. Электро доставай эти пушки, сноси. Воу-воу-воу, меня это сейчас посносит все на свете. Блин, они нехерово лупят так, однако. Блин, дурацкая хрень. Нет, мне надо... Идите все в пень. Дайте мне мой взрывный дробовик. Все, я сейчас отрабатываю снайперкой огненной. Огненной? Да ты че, зачем? Это ж турель. Мне переключаться лить туда-сюда. У меня есть, конечно, якобы он с бешеным механическим уроном. А нужно взрывной. Блин, ты попадешь или нет? Готов вообще. Наконец. Так, вот тут дробаши. Смотри, посмотри, может у тебя послабее будет. Я их отсюда. Ты кто такой? А ну давай, до свидания. Оп. Не то сделал. Ладно, посмотрим потом. Это вроде получше. Как ты это... Слушай, я чувствую себя охотником за привидениями. С этой пушкой. Твою-то, блин! Так, одного убил. Сейчас, 5 секундок. Черт. Еще одного забрал. А где еще один там был? Баллон. Там откроешь его. Есть. Или все? Фух. Убил второй? Подышим. У меня баллон кончился. Понятно. Так, где там турель-то была? А вот с этой стороны что-то сделать надо, да? А, ну давай, коротни. А я не могу ничего с ней сделать. Так его просто расхреначить надо, что ты? А, ну даже так. Слушай, я в натуре как охотник за привидениями. А он с другой стороны надо еще. Ооо, блин! Я видел. Он что-то, он с правой стороны, может, пойдет? Да, видимо, да. Вот он.
Эй, урона нифига не наносится ему. Это нечестно вообще ни разу. Ой-ой-ой. Тут их много стало резко. Блин. Так, сейчас попробую вот так сделать. Давай турельку, турельку, пожалуйста, турелька, отлично. Все, турельку сейчас поставил. Пиу-пиу, пиу-пиу-пиу. Есть. Снега. Сейчас моя турелька будет разбираться. Что тут происходит вообще? Что за нафиг? Почему мою турельку убили? А ну идите сюда, я типа злой вообще, вообще. Я тут камушков поднакопил, кстати, надо будет потом заглянуть к этим апгрейдерам. Однозначно надо. Ау, 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 черт, черт, я прям потроллил. Какого черта я там делаю? У меня тоже тот же вопрос был. Есть. Тут еще одна турель. Сейчас я щиты сниму и... Все, щитов нет у нее. Все снял. Слушай, она неплохо вот снайперкой вот этой убивается. Блин, ты даже мне не дал по нему стрелять. Ну я просто получилось, чтобы в бушку попал. Готов? Люблю, когда закорачивает. Сзади. Воу, воу, факин, факин фак. Вот. Турель, 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 турель. Две пушки, вашу ж мать. Ау. Япон батон, вообще не управляю. Я не понимаю, почему ты слился. Я этим электричеством вообще управлять не могу, когда не стреляет, короче. Такая отдача бежит, наверх все поднимается. Конечно, блин. Теперь понял, в чем фокус-то был. Ну мне-то прикольно было. Я с пистолетами как ковбой начнулся. Надо было мне дробаш тоже взять, наверное. Дело не в дробаше, а дело в уроне. Мне показалось, что он скажет сейчас what the fuck. Who the hell is that? The Mirif. Wait a minute, you aren't Red or Billy. Oh, flip. The Mirif's been working for Zarpadon the entire time. Что тут происходит? Что за пузик вообще? Этот красный чувак толстый, которого мы грохнули. Так мы же его грохнули. Что он опять тут появился? Блин, как хреново, что здесь нет пера возвращения. Так. Ящички. И оп. Так, вернуться. Блин. Да так далеко. Ну, где ящички? Здесь ведь где-то... Все, игра резко скучной стала, тут нету ящика больше. А, где же... Погоди, стоп, а это что такое? Выход? Блин, на таком мотоцикле тоже погонять хочу. Прикольный. А это что такое? А, медпункт. Ящички, надо ящички. А-а-а. Ящички. Погоди, а какого хрена они зареспавнились? Эй! Читеры! Читеры, 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 они... Блин. Хэндшот. Промазал, тити-мати. Промазал, тити-мати. Это что такое? Хэндшот. Отлично. Кто тут еще? Где тут еще? Кто тут еще?
хаймшот. Ну-ну-ну. Ай, да что такое? Твоя штуковина мешает, он прыгает туда-сюда из-за этого. Добить, добить, добить. Супер, добил. Такс, что тут у нас есть? Почему? А это что такое? Не распнулись, а? Нечестно вообще. Ни разу. Не круто. Что это вообще такое? Не круто, ребята, не круто. Это типа воздух такой. Да. Слабые человечки нуждаются, ну, в воздухе. Лузеры. А что здесь можно менять, что ли, внешность? Я не понимаю, почему тут иконочка такая стоит? Да, тут я пару раз уже подбирал эти смену внешности. Не-не-не-не-не, я имею в виду, вот иконка прям тут такая. На карте, посмотри. На карте? Угу. Так. Ну, не знаю, наверное. Пользовательская цель. А, это я случайно, наверное, поставил. Случайно отметку поставил. Внешность, по-моему, менять надо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это в городе. Блин, упыри, шо? За вас уже опыта не дают ни хрена. Умри нахрен. Хэндшот. Так. Так, я правильно иду? О, граната неплохую дали мне. Да, мы правильно идем. Дали мне гранату неплохую. Сейчас я ее поменяю быстренько. Чпоник, отлично. А вот эту говняшку выкинул. Ёлки-палки, ну почему здесь нет этого быстрого перемещения-то, а? Блин, почему я не выкинуть пистолет говёный не могу, который у меня в интерфейсе лежит? Нафиг не нужный. А почему ты его не можешь выкинуть? Не знаю. Вот у тебя такой же наверняка лежит. Он, видать, по миссии, наверное. О, блин. Красный такой. Да, я понял, про что ты говоришь. Это дура, это вли... А, вот мы изнутри открыли этого. Придурок-то этот нас не мог впустить. You killed Red Billy, but I know he'd want me to stay here and guard the gate anyway. Ящички-то. Дурное существо абсолютно. Какое? Да вот этот вот. Да не говори, вообще на меня не похож. Один в один. Нифига. Как братья-близнецы просто. Существо, я нет, я умный. Как Вудка, ага. Да, конечно. Поехали, что ли? Эй, шавка, ты в натуре нюх потеряла, сейчас я тебя устрою. Блин, ты не даешь мне всех убить, так неинтересно вообще ни разу. Джек, убери свою рожу, она мешает мне. Вредная она. Так, куда ты собрался тут? Ездун. Никак. Ящички. А, блин. Ящички. А, так, ну, отойди, все вот так машина. Вот. Ящички. И все, что ли? Ради $2. Тьфу, дурацкий ящик. Опять я не добегу. Нет! Пойдем сейчас это. К тому чуваку обналичим наши лунные камешки. Ящички. У меня ощущение, что мы по мусоркам лазим. Ну да ладно. Так. Эх, если бы в наших мусорках реальных бабло так валялось пачками, я бы тоже лазил так. А, это тоже ящички открываются, они ясены. Слушай, я посылки граблю сейчас. Так, тут. Погоди, а. Че так? Тут можно коктейль выпить, если хочешь. Кого? Чего? А, коктейль? Да нет, сейчас я за ящиками сперва зайду. Знаешь, что это такое? Это, короче. Типа постоянного улучшения что-то. Да, я в курсе. Ты про лунные камни?
Слушай, а почему здесь восклицатель? Тут восклицательный знак? Музыка шикарная. И клэп тут отжигает тоже шикарный. Чё-то я все-таки не понимаю. Тут восклицательный знак стоит, но никого нет, с кем можно поговорить. Коктейльчик, давай я жахну. Вот этот коктейльчик, вот этот коктейльчик, вот этот коктейльчик и вот этот коктейльчик. Я все жахну. Ты лунные камни на них тратишь, ты понимаешь? Я понял, но она же что-то решает, что-то делают же, наверное, вот эти коктейльчики. Ну, вроде да, они характеристики повышают. Ну, ты хочешь с Джеком встречаться или нет? Я нет пока. Да, у меня уже нету, по-моему, луны. Я нажрался. Так, медпункт, станция быстрого перемещения, боеприпасы. Блин. Меня дали жетончик. Я теперь бог. Так, задержка зарядки. Скорострельность, урон от стрельбы. Вот урон от стрельбы. Блин, а где же этот чувак-то, который... А, вот он, черный рынок. Ты че, бегун? Ногу тебе отстрелить, чтоб не бегал. А это что за рожа на какашку похоже так? А, да, точно. В той стороне. Ты че завис? Полицейский пытается устроить обыск, смотри. Я вижу. Клэп, тебе помочь? Эй. Дурачок. Не хочет, чтобы я ему помогал. Так, мне нужно улучшение для штурмовых винтовок, улучшение для гранат, улучшение для лазеров, улучшение для пистолетов, для РПГ, для дробовиков, для пистолетов пулеметов. Ну, все, я взял все, что можно было. У меня немного было их. Так, слушай, а я на жрачку все выбрал. И давай на этом серию завершать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока. Так.